Уличное признание. Скажите, какое ваше самое большое безумство в постели? Однажды мы слизывали крем друг с друга. Было весело. Это настоящее безумие. А вы что скажете? Не знаю. Давай, чего стыдиться? А что, если мои родители это увидят? Да ладно. Это должна быть самая безумная штука, которую мы делали вместе? Нет, не обязательно. Ну, однажды я трахалась с одним чернокожим, а его друг в это время порол меня в задницу. А потом я сосала оба их члена одновременно. Это безумие. Что такое? Отлично.